Всем привет! С вами профессор Гуглов. На сегодняшний день смартфоны, планшеты и прочие девайсы обеспечиваются мобильным интернетом на базе технологии 4G. Но грядет пятое поколение технологии, которое, как нетрудно догадаться, называется 5G. Технология обещает изменить наш образ жизни коренным образом. «5G станет ключевой технологией для реализации интернета всего», что подразумевает интернетизацию всего и вся. Миллиарды сенсоров будут встроены в приборы, системы безопасности, медицинскую технику, дверные замки, а также в различные аксессуары, от часов до собачьих ошейников. Прогнозируется, что число сетевых устройств вырастет с 5 миллиардов в 2016 до 25 миллиардов к концу 2020 года. К тому же 5G будет в 66 раз быстрее 4G. Это позволит развить множество технологий. Например, умные машины будут сами реагировать в экстренных ситуациях. Видеочаты будут настолько реалистичны, будто вы находитесь в одной комнате с собеседником. В городах будет отслеживаться загруженность дорог, уровень загрязнения воздуха, свободные парковочные места. И вся эта информация будет поступать в вашу умную машину в реальном времени. А теперь я назову три причины, которые еще больше подогреют ваш интерес. Первое. Это новая реальность. 5G сделает дополненную и виртуальную реальность частью повседневности. Дополненная реальность – это отрисовка маршрута, цен на товары, имен игроков в спортивных соревнованиях прямо поверх реальности. Или же это отображение всей необходимой информации на лобовом стекле авто. Область применения ограничивает только воображение. Виртуальная реальность создает абсолютно новый мир, но обеим технологиям нужен мгновенный обмен данными. Вторая причина – скорость. Она должна увеличиться со 150 мегабит в секунду на 4G до 10 гигабит в секунду на 5G. Этого достаточно, чтобы скачать Стражей Галактики за 4 секунды вместо прежних 6 минут. Еще одна причина, по которой 5G – прорыв – это мгновенный отклик. Помимо высокой скорости, технология сведет к минимуму лаги и задержки. Для видеостриминга задержка в пару секунд не критична, но для самоуправляемых автомобилей очень даже, где каждая миллисекунда важна. В идеале для 4G требуется 15-25 миллисекунд, чтобы сообщить идущему сзади автомобилю об экстренном торможении. С 5G задержка составит 1 миллисекунду. Это может спасти тысячи жизней. Узнав о всех этих преимуществах 5G, вам наверняка интересно, когда эта технология выйдет в свет. К сожалению, не очень скоро. Пока что прогнозируемая дата начала внедрения – 2020 год. AT&T и Nokia заявляют, что это вполне обоснованный срок. Несмотря на дату выхода, 5G изменит мир. Не будьте скептичны. Хоть это всего лишь на одну ступень выше 4G, пятое поколение станет прорывной технологией. Оно объединит мир таким образом, как никогда прежде, связав еще больше людей и устройств воедино. А что вы ожидаете от 5G? Пишите свои версии в комментариях. С вами был профессор Гуглов. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Увидимся!